В Курске прибавится лежачих полицейских. Искусственные неровности уже установлены на улице Васильковская и в переулке Блинова. А в ближайшее время ими оборудуют офицерские и пушкарные переулки. Установка лежачих полицейских вполне оправдывает себя, комментируют статистику госавтоинспекторы. Как показывает практика, на таких участках количество аварий сокращается втрое. Эти улицы, которые были выбраны для установки искусственных неровностей в ближайшее время, значит, они были выбраны прежде всего по просьбе жителей, потому что в последнее время интенсивность движения на этих улицах возросла, и в целях профилактики ДТП с участием пешеходов, в том числе и детей. Самовольно установленные искусственные неровности на дороге незаконны и подлежат демонтажу.